пойдем дальше. Папоротников много. Подъем крутой. Дубы и грабы вдоль дороги. Осина. Ну, что она тут растет. Двух сторон от дороги склоны налево. Направо. Может быть, какое-нибудь лесное хозяйство. И 2 километра прошли. Бена. Чужимши не видно. Чтобы знать, как она выглядит. Крапива. Тут она есть. Хорошо, хоть клёна нет в американском. Легче всего в колее идти. Камней меньше. Надо слушать. В принципе, тихо. Можно услышать, как машина едет. Вот и она. Отойдем. Посмотрим вон на горочку. Ты где собираешь? Нет, так вот гуляю. А? Гуляю просто.